श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्री नंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावनम मनोहरम् वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु व्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावै तुलसीदेवै प्रियावै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वै नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीय पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन धैयम सदा परिभवग्न भविष्ट दूहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचनुतम शरण्यम वेतातिहम पनुतपाल भवद्दीपूतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाया विस्फुरजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अजानुलंबित भुजौ कनुका बदातु संकीर्तनय कपितरौ कमलायताक्षौ विशांबरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजम् सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि ज्यास्यास्ते हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम
prasarito prema pijusa rasa sagare chaitanya chanda prakateja dina dina evasa prasarito prema pijusa rasa sagare chaitanya chanda prakate ja dina dina evasa Gaudiya Goshtipati, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамамса Джагадгуру сказал, они неудачливы. Те, кто не желают получить этот шанс, они на самом деле неудачливы. Те, кто не хотят воспользоваться этим случаем, этим золотым случаем, это такая редкость, никто не может заполучить такой шанс. Они не хотят им воспользоваться. Чайтанья Махапрабху явился здесь, и он устроил наводнение премы. Он затопил весь мир в преме. Махапрабху сказал Рупе Госвами Паду, Рупа, одна капля Кришна премы может затопить весь мир. А я всего лишь хочу дать тебе попробовать, каково это. Ты можешь получить вкус. Вы знаете значение слова «бедный», «беднота». Кто бедный? Удавджи Махарадж спросил у Бхагавана Шри Кришны: «О Прабху, а кто поистине беден?» Бхагаван Шри Кришна ответил: «Даридро яшта сантуш». Тот, кто полностью, кто всегда не удовлетворен. И мы видели в жизни нашей Гуру Варги, когда я смотрел на Гуру Махараджа, он всегда был счастлив, а я не был счастлив. Почему? Потому что у него было это богатство, поэтому он всегда был счастлив. И в любой момент, когда бы вы его не встретили, не посмотрели на него, он всегда был счастлив. Также Шридхар Махарадж, они всегда были счастливы. В чем дело здесь? А я не был счастлив, потому что у них это... Они заполучили это богатство, они им обладали, обладают. В этом смысл. В этом дело. Тот воистину беден. И его положение бедняка, оно никогда не сможет быть скрыто. Такой человек постоянно повторяет: «Дай мне, дай мне, дай мне». Аре, почему ты не предложишь все, что у тебя есть, Бхагавану? Ты только хочешь что-то заполучить, но ты не любишь отдавать. Бхагаван Шри Кришна, Удавджи Махарадж спросил Прабху, кто воистину беден? Бхагаван Шри Кришна ответил: тот, кто постоянно не удовлетворен, он, возможно, обладает миллионами долларов. Это не важно, но он постоянно не удовлетворен. Мне нужно это, мне нужно то, я не получил это я потерял. Он по-настоящему беден, вот этот человек. Такой человек — это бедняк. Он постоянно не удовлетворен, даридра. И крипаната аджитендрия, крипан. Крипан значит жадина. Мы думаем, что жадина значит тот, кто не тратит деньги. Тот, кто держит деньги при себе и не любит их тратить. Но Бхагаван Шри Кришна говорит, те, кто не контролирует свои органы чувств, это они жадные, они расходуют свою энергию. Они расходуют свою жизненную энергию. Они жадины. У них нет, они не контролируют свои органы чувств. Те, кто не контролирует свои чувства, они постоянно не удовлетворены. Их ум постоянно в огне. Бхагаван сказал, крипана значит жадина, скупой, скупец.
буквальное значение слова «скупой» значит тот, кому не нравится тратить деньги собственные. Но скупец значит ваше тело — это своего рода богатство, которое вам было дано Бхагаваном. А вы не используете это богатство, ваш ум и тело в Харибаджане. Вы не используете правильно по назначению ваше тело. И это ваша скупость. Вот почему вы скупцы. Вы не заинтересованы в Харибаджане. Вам интересно на работу ходить. За майю вы готовы работать как не знамо кто. Вы можете потратить столько энергии, это все для того, чтобы получить майю, но вам совсем не интересно, вы не желаете посвятить свою энергию, ум, тело Бхагавану. Все это богатство вам дано. В Бхагаватам и в других шастрах написано, что тело — это богатство, это имущество, но вы не используете по назначению это имущество. В Бхагаватам написано, ваше тело — это своего рода имущество, это лодка красивая. И с помощью этой лодки, хорошая такая лодка, вы можете пересечь океан материального существования. Ваше тело — это лодка. И с помощью этой лодки вы можете переплавиться через океан материи. Это милость Бхагавана. Обладать человеческим телом — это большая редкость. Человеческое тело, оно настолько редко. Вы не можете поверить в это, я знаю. Но это такая большая редкость, а люди не верят в это. Существует 8 400 000 видов живых существ. Дарвин, он дошел до 8 000 000, но он не нашел остальные виды жизни. Он искал в лесах, в морях. Он сошел с ума, ища разные виды жизни. Он был полностью сконцентрирован на этом. Но он не добрался до 84 лаков, то есть 8 400 000. Но уже в Бхагаватаме все сказано, что существует 84 лака вида жизни, 8 400 000. Таким образом, дживы, они перерождаются, сменяют одно тело на другое. И когда ваша удача вам улыбается, вы получаете человеческое тело. Люди, они обладают рациональностью. Животные, они не обладают интеллектом. Они хотят кушать — кушают, они хотят пить — они пьют. Они движимы инстинктами. У них нет интеллекта. Но люди обладают интеллектом, и у них есть возможность подумать, что такое хорошо, а что такое плохо. У них есть возможность совершать харибаджан, но когда они его не совершают, они будут наказаны. Они получили шанс совершать харибаджан, и человеческое тело, оно дано только для этой цели, для совершения харибаджана. Единственная цель, по которой вы получили человеческое тело, это совершать харибаджан. Если вы не будете его совершать, вас накажут, вы получите наказание. В пятой песне Бхагаватами написано, все деваты, они молятся лотосным стопам Бхагавана, они говорят: «О Бхагаван, если у нас остались какие-то хорошие поступки, если у нас еще есть багаж хороших поступков, пожалуйста, позволь нам родиться в Индии, в Бхарате». Я не могу сказать в Индии, в Бхарат-варше. Мы хотим родиться как люди в человеческом теле в Бхарат-варше, потому что Бхарат-варша — это карма-кшетра. Ведические правила и ограничения, они могут быть найдены, то есть применены здесь, в Бхарате.
В остальных частях мира, может быть, кто-то что-то чему-то следует, но в основном это здесь все работает. Дхармакшетра Курукшетра, первая шлока Бхагавадгиты, Дхармакшетра. Кармакшетра — это Бхаратварша. В комментарии Вишванат Чакраватипад пишет об этом. Если вы не будете использовать ваше имущество, ваш ум, тело, тогда вы скупец. Вы не желаете посвятить свою энергию, ваши ресурсы. Ваше тело — это ресурс, человеческое тело. И с помощью человеческого тела вы можете достигнуть успеха. Несмотря на то, что тело, оно не вечное, оно временное, да, я знаю, оно нестабильно. Но с помощью этого невечного тела вы можете обеспечить свою безопасность. Оно нестабильное, вы не можете жить вечно, я не могу жить вечно. Не можете. После 100 лет вам придется в любом случае, максимум после 100 лет вам придется оставить тело. Если нет никакой войны, если будет атомная вода, война произойдет, то, конечно же, это будет совершенно другой разговор. Только 400 миллионов людей выживет, если будет атомная война. Сейчас 8 миллиардов людей на Земле живут. И в Индии, в Бхарате смогут выжить 80 крор. 1 крор — это 10 миллионов, то есть получается 800 миллионов людей, и большинство будет в Бхарате. По крайней мере, в Индии у вас есть возможность следовать правилам шастр, как положено. Но постепенно даже в Индию входит вот эта культура европейская. Тем не менее, деваты, они молятся Бхагавану, Шри Кришна, «О Бхагаван, если у нас остались какие-то благочестивые дела, пожалуйста, позволь нам в следующей жизни родиться в Бхаратварше, чтобы мы смогли совершать Харибаджан. И это будет наша удача. Человеческое тело, оно предназначено только для Харибаджана». И в особенности, что хотел сказать Шриман Махапрабху? Он хотел что-то нам поведать очень эксклюзивное. Я могу вам рассказать один момент, и с помощью этого вам получится осознать кое-что. Прабхупада, он устроил парикраму в Бхарате. Прабхупада, он совершал парикраму также во Вриндаване. Бхактихридая Ванадев Госвами Махарадж написал: «Мы путешествовали повсюду, и мы однажды приехали во Вриндаван, и там мы путешествовали по разным лесам Вриндавана. И однажды в Нандаграме или что-то в этом роде, в одном месте, Игорь Кришна, там была одна в Раджаваси, старая женщина, пожилая, очень пожилая. И она попросила всех саду прийти к ней во двор, и она пожелала предложить всем йогурт. И Прабхупада также, он к ней пришел, он хотел нам доказать, что он в Раджаваси. Прабхупада, в общем, сидел там в ее саду, во дворе. Не только это, он также дотронулся до ее лотосных стоп. Ивана Госвами Махарадж, он был шокирован. Мы никогда не видели, за всю жизнь мы никогда не видели Прабхупаду, чтобы он трогал лотосные стопы чьи-то. В общем, потом он принял йогурт, выпил йогурт. В Варшане это было, не в Нандаграме, в Варшане, я вспомнил. И там была такая гористая местность,
И Ванна Госвами Махарадж сказал, я, Прабхупада, мы были там, рядом с холмами, и там были другие преданные, и они везде ходили. Кто-то пошел в храм получить даршан, они были чанчалы. Тем временем Ванна Госвами Махарадж, он стоял рядом с холмом, и там был один Бабаджи Махарадж, и он, у него была только одна купина. И у него он набрал где-то стопку дерева, то есть он собрал вот этот хворост, и, в общем, он положил себе эту стопку на голову, и он так шагал и воспевал Харинаму. И наш Бхактивинода Ванна Госвами Махарадж спросил: «О, Баба, а где, куда ты направляешься с этим, под этим палящим солнцем? Куда ты идешь?» То есть он сказал: «Куда ты идешь с этой связкой хвороста?» И Баба спросил: «Ты скажи мне, где Кришна?» Ванна Госвами Махарадж сказал: «Куда ты идешь с этим хворостом?» А Баба в ответку спросил: «Ты мне можешь сказать, где сейчас Кришна?» У него было такое настроение, он был в поисках. И тогда Прабхупад сказал: «Смотри, ты спросил его, куда ты идешь с этим хворостом. А он тебя спрашивает, а сейчас Кришна где? Ты знаешь, ты можешь мне сказать, где Кришна?» И тогда Прабхупада начал говорить Харикатху. И все, что я вам сейчас говорю, это связано с учением Махапрабху. Прабхупада, он увидел настроение этого Бабаджи. Он был поглощен в настроении, то есть он был в поисках Кришны. Где Кришна? Где он сейчас путешествует? А мы видим только деревяшки, а он видит Кришну. Ванна Госвами Махарадж сказал, что Прабхупада тут же дал мне учение. И это должно быть наше настроение. Мы должны искать Кришну, мы должны охотиться на него. Где Кришна? Но мы ищем только деньги, положение, лаба пуджа пратишта. И Прабхупада, он дал такое учение. Вот это вот настроение Махапрабху. Он только ищет Кришну. Он не понимает, что происходит в округе. Но он сам Кришна. Основной момент — это он сам и есть Кришна. Но постоянно он ищет Кришну. Где Кришна? И он поглощен в это настроение. И это таинство Харибаджана. Вчера я забыл вам сказать одну очень важную вещь. После того, как Махапрабху принял саньясу в Катве, Катва — это город, где, или деревня, где Махапрабху принял саньясу. Махапрабху взял мантры, и он сошел с ума, он стал бегать туда-сюда, как какой-то сумасшедший, никто не мог его взять под контроль. Я хочу пойти во Вриндаван. Где Кришна? Я вам вчера прочитал эту мантру, которая в Бхагаватам находится. Одна из саньяс мантр. Это радость Махапрабху. Сейчас я принял саньясу, сейчас я буду служить Кришне. Я пойду во Вриндаван. Где Кришна? Это было настроение Махапрабху. Махапрабху нам показал. И 2-3 дня без воды и без просада он путешествовал по разным лесам. Иногда он шел на север, иногда терял сознание, и потом он путешествовал в сторону юга, и, в общем, он блуждал по лесам и спрашивал всех: «А где Вриндаван? Где Вриндаван?» Таинство нашего баджана. Первый день я вам об этом сказал. Что, какая своего рода программа у нашего баджана? Вы должны знать вашу программу. Из чего состоит наш баджан? Бхагаватам,
Это формула нашего баджана. Это заключение всего Харибаджана в двух-трех словах, строчках. Объект нашего поклонения — это Кришна вместе со всей своей параферналией и Вриндаваном. Браджеша Таная — это сын Нанды Махараджа, не сын Васудевы. Мы не хотим Васудева Кришна, мы уважаем Васудева Кришна, но мы совершаем баджан Нанда Нанданы Кришна. Мы поклоняемся Кришне вместе со Вриндаваном, со Шримати Радарани, с гопиками, и, потому что все это не отлично от Кришны, одна татва. И в чем заключается процесс баджана? Процесс показан гопиками. Вы не можете следовать каким-то взбалмошным методам. Весь процесс, он показан гопиками. Гопи отдали Кришне все. Они не оставили себе ничего. Их тело, их ум, все их имущество, оно предложено Кришне. О, Нанда Кишор, Нанда Нандан Кришна, я хочу отдать тебе все, мое тело, ум, мое имущество. Мне не нужно ничего. О, это мое, а это твое. Нет, все твое. Это вот в этом киртане об этом поется. Как Враджаваси служат Кришне? Они не служат ему как-то взбалмошно. Не то, что я сейчас возьму и начну рупануга баджан. Нет, сначала мне нужно возвыситься до такого уровня. Шримад Бхагаватам — это праман, самый наивысший праман. После прочтения Бхагаватам, под руководством Гуру Вайшнав, если я не достигаю премы, тогда мое прочтение Бхагаватам, оно бесполезное. Вы можете достигнуть премы, абсолютной премы. И это заключение Шри Чайтани Махапрабху, это его наставление. Шримад Бхагаватам — это самый авторитетный праман, доказательство. И это таково заключение Махапрабху, такова Сиддханта Вичар Махапрабху. И нам нас не интересуют другие процедуры, другие пути, которые показывают другие сампрадаи. Нам не интересно, нас нет. Нам это все не важно. Мы только обеспокоены тем, что нам сказал Махапрабху. Прабхупада объяснил Ванна Гусвами Махараджу, что все наши поступки, вся наша активность, она должна быть связана с Кришна-бхаджаном. А что значит Кришна-бхаджан? Значит, как мы думаем, как мы смотрим, как мы ходим, как мы едим, все, абсолютно любое наше телодвижение должно быть для удовлетворения Кришны. Гопи, они одевают красивые одежды, они украшают себя разными украшениями. То есть внешне казалось бы, что они совсем не обладают никакой вайраги, радарани и гопи. Они такие красивые, одеваются так красиво, украшают себя так красиво, но они самые
наилучшие вайраги, отреченные. Но все, что они делают, это для полнейшего удовлетворения Кришны. И точно так же Шримана Махапрабху, он хотел нас научить этому. Вся его деятельность, она была направлена на удовлетворение Кришны. Кришна — это абсолютный герой. Кришна — это абсолютный наслаждающийся. А у нас сложное эго. Мы думаем, что мы наслаждающиеся. Мы не наслаждающиеся. Мы можем принять прасад. Мы не наслаждающиеся. Мы можем принять прасад. Но обусловленные души думают, что они наслаждаются, и у них есть желание наслаждаться. У нас есть право принять прасад Кришны, любой прасад. Все, что вы используете в своей жизни, одежда, еда, все сначала вы должны предложить Кришне. И после чего это, когда это станет прасадом, оно, вы можете этим пользоваться. И это единственный путь. Махапрабху сказал одну абсолютную сиддханту. Все абсолютное то, что Махапрабху сказал. Но внезапно Махапрабху сказал: «О, зачем я принял саньясу? Зачем мне саньяса нужна? Према — это моя собственность». В Чайтанья Чаритамрите написано на Бенгали. На Бенгали. Странно. Махапрабху после того, как принял саньясу, внезапно сказал такие слова. «Зачем мне саньяса? На что нужна саньяса? Зачем?» Принять саньясу значит посвятить свою жизнь Бхагавану и получить прему. Но у меня уже есть это имущество, према. Но тем не менее, я принял саньясу. То есть Махапрабху, он внезапно произнес такие слова. «Зачем саньяса мне? Према — это моя собственность. Я могу ей пользоваться, этой собственностью». То есть Махапрабху нам хотел показать, что он сам Бхагаван Шри Кришна, и что имущество према, оно у него находится, и он ее может дать, кому захочет, в соответствии со своим настроением. Если кто-то захочет посвятить себя Кришне, то он может получить прему. Единственная цель принятия саньяса — это посвятить самого себя лотосным стопам Шри Кришны абсолютным образом. Посвящение должно быть абсолютное. Не то чтобы «О, я хочу принять саньясу, и тогда все мне будут давать пожертвования, вешать на меня гирлянды». Но в настоящее время люди принимают саньясу, думаю, именно вот так вот, для получения лабы Пуджи Пратишты. Я видел одного брамачари. Насколько он брамачари, я не знаю, потому что брамачари — это не какое-то дешевое слово. И тогда он сказал ответственному одного храма: «Пожалуйста, сделай так, чтобы Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж мне дал саньясу». И Махарадж, он уже сказал, что никто не хочет совершать харибаджан. Я никому не хочу давать ни посвящения, ни саньясы, но если вы мне прикажете, я могу дать, я могу исполнить ваш приказ. Но я сам, у меня нет такого желания, потому что я знаю, что никто не заинтересован в харибаджане. Никому не интересно совершать настоящий харибаджан. И тогда тот брамачари, он стал готовиться к принятию саньясы, при этом принял саньясу, гуру Махарадж ему дал саньяс-мантру, данду и все остальное. И тогда саньяси этот удалился из комнаты. Гуру Махарадж сказал: «О, сын мой, они приходят взять саньясу не для того, чтобы служить мне. Они приходят принять саньясу для своего собственного благополучия, для своих собственных интересов. Они принимают саньясу, чтобы нажиться на этом. Они не собираются служить мне». И он много раз мне такое сказал. Хорошо, у них есть такое право. Они хотят принять саньясу, они хотят наслаждаться и собирать деньги. Такие слова сказал Гуру Махарадж. Махапрабху после принятия саньясы внезапно сказал такие слова.
На что мне саньяса? Према — это моя собственность. И он хотел этим указать на то, что према дана, она принадлежит ему, и он ее может раздать, кому захочет. И в процессе обсуждения я вам покажу, что он это и сделал. Махапрабху, он распространил, раздал прему. Махапрабху — это Джаганат, и он навеки вечный, он Джаганат. Но тем не менее, когда Махапрабху впервые добрался до Пури, в Нилачал-кшетру, Махапрабху в форме Джаганата уже сидит там, в Джаганат-мандире. Поэтому что тут скажешь? Ну, это лила такая. Махапрабху, в общем, добрался до Нилачал-дамы. И он оставил всех преданных, он нажаловался на Нитьянанду, потому что Нитьянанда сломал его данду. И он тогда не желал более идти вместе с преданными, поэтому он отправился впереди, а все преданные, они последовали за Махапрабху. В общем, Махапрабху, когда зашел в храм, он сразу же побежал к Джаганатху, он хотел его обнять. И там была перегородка, и Махапрабху ее не заметил и упал на землю, на пол. И тогда панды, они все разозлились. Почему он бежит, он захотел дотронуться до Джаганата, как он себе такое позволяет? Я вам уже рассказал, что там был Сарвабхаум Бхаттачарья. Сарвабхаум Бхаттачарья — это очень известный человек, и он был очень уважаемый гость. И сам король Урисы, он его пригласил туда. И Сарвабхаум Бхаттачарья, он был самым важным пандитом во всем мире. Махапрабху сказал: «Ты Брихаспати». Девгуру Брихаспати, вы слышали? Девгуру Брихаспати — это гуру деватов, гуру полубогов. Сарвабхаум Бхаттачарья, он знает все, не только майаваду. Сарвабхаум Бхаттачарья, он был майавади, но он знал все. Его интеллект, то есть он был настолько учен, то есть он мог также рассказать все писания, которые говорят о преданном служении. После того, как Сарвабхаума Бхаттачарья увидел состояние Шримана Махапрабху, Сарвабхаума Бхаттачарья, он понял очень легко. Сарвабхаума был непреданным, он был майавади, но он подумал: такая бхава, абсолютная бхава, она, никто не может иметь такую бхаву во всем мироздании. Во всем мироздании нет такой бхавы ни у кого. Я прочитал все шастры, я знаю, что я говорю, но я вижу эти признаки в этом молодом человеке. Может быть, ему около 24 лет. Он очень молодой и красивый. Как возможно, что такой молодой человек обладает такой бхавой? Судитвик сатвик бхава. Во всем мироздании не существует такой бхавы. Никто не обладает такой бхавой. Тогда Сарвабхаума Бхаттачарья решил взять ситуацию под контроль, остановил всех панд, сказал: «Не беспокойтесь, это моя ответственность». И тогда он приказал своим студентам отнести Махапрабху к себе домой. На берегах Светаганги. Там находится дом Сарвабхаума Бхаттачарьи, и студенты отнесли Махапрабху к Сарвабхауме домой. Сарвабхаума его положил на кровать, и Сарвабхаума, он подождал, пока Махапрабху не очнется, и он захотел проверить, не умер ли Махапрабху, потому что Махапрабху не подавал признаков жизни. И тогда Сарвабхаума взял кусочек ватки или кусочек хлопка, он поднес к ноздрям Махапрабху, и он увидел, что хлопок зашевелился, ваточка зашевелилась. О, все, он живой, все в порядке.
И тогда Нитянанда Прабху и все преданные, они приблизились к воротам храма со львами. И все стояли там, сплетничали. О, сюда явился один высокий саньяси. Он побежал, хотел обнять Джаганнатха, а потом он упал. И панды хотели его побить. И тогда Сарвабхауматачарья приказал своим ученикам отнести его к себе домой. В общем, таким образом преданные узнали, где Махапрабху. И они поняли, что у Махапрабху был према-викар, трансформация от экстаза духовного. И тогда преданные пошли сразу получить даршан Махапрабху. Они не зашли даже в храм получить даршан Джаганнатха. И то же самое произошло в случае Рамананды Рая. Он встретил Махапрабху. Махапрабху сказал: «О, Рай, ты уже получил даршан Джаганнатха?» «Нет, ты пришел в Джаганнат Пури. Сначала тебе нужно получить даршан Джаганнатха». И тогда Рай Махасай очень так умно ответил: «Смотри, это тело, оно всего лишь карета». Рамананда Рай дал ответ. В Упанишадах написано, что это тело, оно подобно карете, и Параматма, она сидит в сердце и ведет эту карету. И Рай Рамананда дал тот же самый ответ. Он сказал: «Прабху, что я тут могу поделать? Это тело, мое тело, это карета, а тот, кто ей управляет, он меня привел к тебе. Поэтому я ничего не понимаю, я просто послушался этого. Тот, кто управляет каретой». Рай Рамананда сказал: «Ты мой Джаганнат». Рай Рамананда к тому времени, он уже был уверен на 100%, что это Кришна, сам Кришна, Махапрабху, это Рада и Кришна, соединенные вместе. Я вам уже дал харикатху по Рамананда Самваду. Рай Рамананда, он остановил Махапрабху и сказал: «Ты вот сейчас мне скажешь, кто ты, и скажи мне правду». «Ну, так я саньяси». «Нет, нет, я только что увидел Рупу Шьямасундара, и потом я увидел, как его тело покрылось цветом тела Радарани. Ну, смотри, ты просто чистый преданный, поэтому ты повсюду видишь Радхи Кришну. Не пытайся меня обмануть, тебе придется сказать, кто ты такой». И тогда Махапрабху ответил: «Я глупец, и ты глупец. Если ты расскажешь об этом кому-то, то никто не поверит. Но на самом деле я тот самый Кришна, и мое тело, оно покрыто цветом тела Радарани». Махапрабху был вынужден признаться в виде Нагари. Нитянанда Прабху, после того, как он узнал, что к чему, он отправился в дом Сарвабхауматачарьи. И после того, как все преданные туда добрались, они увидели Махапрабху в этом состоянии жалком. И тогда они начали санкиртан. Сарвабхауматачарья в тот момент, он был майявади, он не знал, как совершать санкиртан. И тогда Нитянанда Прабху, Адвайта Госвами, его там не было в то время, он потом пришел позже. Там были Нитянанда Прабху и другие преданные. И они начали санкиртан, огромный санкиртан. И после долгого санкиртана внезапно Прабху, он очнулся. Он поднялся и стал смотреть по сторонам. «О, где я?» «Все в порядке, ты в сохранности, ты в Нилачале». «О, а где я? Где я?» «А, ты в доме Сарвабхауматачарьи, правда? Ты не знаешь? Ты упал на землю в храме Джаганнатха, и Сарвабхауматачарья принес тебя сюда. А что я сделал?» Махапрабху не помнил ничего. Это своего рода лила. После чего Сарвабхауматачарья, он увидел, это саньяси, но он почувствовал к нему любовь. О, он такой молодой, ему всего лишь 24 года.
Я хочу защитить его. Я хотел выразить свою любовь. Сарамам Бхаттачарья, он не имел никакого представления, что Махапрабху — это Верховный Господь. Это Верховный Господь. Он такой молодой, 24 года ему всего. Как же он может поддерживать свой саньяс? Он непременно падет. Я поступлю таким образом. Я ему выражу свою любовь, я его научу, как поддерживать саньяс. Вот, в общем, с таким ложным эго Сарва Мадачарья, он выразил свое ложное эго таким образом. Я помогу ему спастись. Он очень молод, он не сможет поддерживать свою саньясу. Сарвабхам Бхаттачарья, он, в общем, проявил нежные чувства к Махапрабху сразу с самого начала. После чего Махапрабху, он принял омовение в океане. Нитянанда Прабху и другие преданные, они тоже прибыли издалека. Махапрабху принял саньясу. И я уже сказал, что он взял разрешение у Сачиматы. То есть он по желанию Сачиматы он решил отправиться в Нилачал Дам. Это своего рода игра, лила. Но на самом деле это все уже было давным-давно запланировано. Он сказал: «О, мать, смотри, я принял саньясу. Если ты мне прикажешь вернуться домой, это будет нехорошо, потому что люди начнут меня критиковать. Лучше, если ты мне посоветуешь что-то, что будет как бы срединным путем. Таким образом, я не прерву свою саньясу, но и твое желание будет удовлетворено». И тогда сам Бхагаван, он вдохновил Сачимату. И Сачимата сказала: «Смотри, тогда ты, пожалуйста, не иди во Вриндаван. Вриндаван очень далеко. Я тебя вообще потеряю. Не буду знать о тебе ничего. Если же ты отправишься в Нилачал Даму, тогда я буду постоянно знать от преданных, что ты, как ты, что ты делаешь, как ты поживаешь». И таким образом Гуранга Махапрабху принял прибежище в Нилачал Даме. Или же, я скажу по-другому, Нилачал Дама приняла прибежище в Гуранге. Вы можете сказать и так, и сяк. Зависит от вашего настроения. После чего, в общем, появилась такая задача, где будет жить Махапрабху. И тогда все преданные стали размышлять: а где мы поселим Махапрабху? Махапрабху должен жить где-нибудь рядышком с храмом Джаганнатха, не очень далеко, на расстоянии, чтобы пешком можно было дойти. И это место, оно должно быть таким спокойным, чтобы там никто его не отвлекал. То есть они стали искать такое место, которое было бы оптимальным для Махапрабху, чтобы оно было не очень далеко от Джаганнат-мандира, чтобы он до туда мог дойти пешком. И в то же самое время, чтобы оно было в спокойном месте, чтобы никто там не отвлекал Махапрабху, не беспокоил. А где же мы поселим Махапрабху, чтобы он совершал свой баджан беспрепятственно? И тогда кто-то посоветовал: все просто, смотрите, Кашимишра Бхаван — это самое подходящее место для Махапрабху. Кашимишра — личность Кашимишры, он является гуру царя Урисы. Кашимишра был гуру царя Урисы. Пратапарудра. Вы слышали имя Пратапарудры? Вот его гуру — это Кашимишра. Пратапарудра, он жил в Катаке, как правило. Но когда Пратапарудра приезжал в Нилачал Даму, он каждый день он приходил домой к Кашимишре для того, чтобы предложить ему массаж стоп, для того, чтобы помассажировать его лотосные стопы. Пока царь жил в Нилачал Даме, он каждый день приходил домой к Кашимишре, чтобы помассажировать его ноги.
В полдень он приходил и массажировал его ноги. И он слушал от Каши Мишры обо всех проблемах и препятствиях на пути служения Джаганатху, то есть, ну, что там в храме происходило. То есть они обсуждали, то есть царь массажировал его ноги, и Каши Мишра ему объяснял, что там происходит, рассказывал ему все в подробностях, как служение происходит, если там есть какие-то проблемы или нет никаких проблем. То есть царь, он все это слушал и по возможности решал все проблемы. То есть вот это он слушал, массажируя ноги Каши Мишры. И так, когда все преданные посоветовали, смотрите, самое подходящее место — это Каши Мишра Бхаван. Это подходящее место. То, что вы сейчас озвучили, эти вот все характеристики, Каши Мишра Бхаван, это прям то, что вам нужно. Там есть сад, Прабху будет чувствовать себя во Вриндаване. Когда Прабху смотрел на океан, он думал, что это была Ямуна. А когда смотрел на Чатак Парват, он думал, что это был Гирирадж Махарадж. А когда он смотрел на деревья, он видел Вриндаван. «О, я во Вриндаване». И это место было очень красивым, оно подходило на 100% Махапрабху. То есть все обратились к Каши Мишре и сказали ему: «Ты можешь приютить у себя Махапрабху? Нам нужна комната, нам нужно расположить Махапрабху где-то. Прабху хочет жить там где-то, чтобы было, откуда было бы удобно сходить, получить даршан Джаганатхи, и откуда можно было бы сходить, принять омовение на океан». И Каши Мишра Бхаван, он как раз посередине между Джаганат-мандиром и океаном. И Каши Мишра, он разозлился, он сказал: «Что вы такое говорите? Вы меня спрашиваете? Вы меня спрашиваете? Это все ваше. Можете привести Прабху тотчас, не спрашивая. Мое тело, все мое имущество, все это ваше». И Махапрабху сказал: «О, они все приняли такое решение, что я должен остановиться у тебя. Что ты думаешь? Можно?» И он сказал: «Зачем ты спрашиваешь? Все твое. Ты говоришь, что это мое, но оно не мое, это все твое. Я тебе все отдал. Ты можешь мне разрешить у тебя остановиться?» Бхагаван Шри Кришна Махапрабху сам спрашивает: «Можно я у тебя дома остановлюсь? Я хочу совершать баджан, но это все твое, а ты спрашиваешь меня. Все твое». И с того момента Прабху стал жить там, в Гамбире. Вы были в Гамбире? Это Каши Мишра Бхаван. Таким образом, Прабху остановился, стал жить там. И там он начал свои лилы, где он показал эту прему. Иногда он ходил на океан, в храм. И в то время у него не было постоянного севаки. Говинда, в то время его еще не было. Он пришел позже. И наш Рагунат Дас Госвами, Сварупа Госвами, они потом пришли позднее. В самом начале Махапрабху, он поселился там, в Гамбире, и начал совершать баджан. И постепенно, и одним прекрасным днем явился Сварупа Госвами. И по поводу Сварупа Госвами я вам могу сказать, что Сварупа Госвами, он это вечный спутник Махапрабху. И он участвовал также в Навадвипа лилах. Его имя было Пурушоттам. Его имя было Пурушоттам. Он участвовал в лилах Навадвипа. Когда Махапрабху совершал игры в Навадвипе, Сварупа Госвами был там под именем Пурушоттам.
После того, как Махапрабху принял саньясу, когда Махапрабху оставил дом, когда Махапрабху оставил все и ушел из дома, тогда Сварупа Госвами, он об этом узнал. О, Прабху уже отправился в Нилачал Дам, чтобы начать новые игры. И сам Сварупа Госвами, когда уже пришел в Нилачал Дам, он сам рассказал об этом. Это мое сумасшествие. После того, как ты принял саньясу, после того, как Прабху принял саньясу и ушел, Пурушоттам Брамачари, он сошел с ума. Потому что Прабху принял саньясу, и тогда Пурушоттам Брамачари, он по причине своего сумасшествия, он сбежал из дома и отправился в Варанаси. И есть этому причина одна. И в Варанаси он взял саньясу, но не полную саньясу. Принял саньясу, но не полностью. Есть этому причина. Он принял вешу, то есть одеяние, и он потом пришел в Пурушоттам Даму, и после некоторого времени он почувствовал огромное влечение Гуранги Махапрабху. Когда он узнал, что Прабху уже живет в Нилачал Даме, он тогда отправился туда, чтобы встретиться с Шри Чайтанья Махапрабху. Завтра я обсужу эту шлоку, а сегодня я вам объясню вчерашнюю шлоку. Я забыл, вчера не было на это время. И Сварупа Госвами, его имя было Сварупа Госвами, он получил это имя позднее, этот титул. И после того, как он прибыл в Нилачал, он предложил свой поклон, дандават поклон Прабху. И он сказал: «Прабху, я сошел с ума, когда ты принял саньясу, я не смог выдержать, и по причине моей чанчалбавы, моего неспокойствия, я отправился в Варанаси, после чего ты меня притянул как магнит. Я почувствовал влечение, я не смог остаться в Варанаси, и я тогда прибыл сюда». И после прибытия Сварупа Госвами, он в Нилачал, он сказал эту шлоку, и завтра я ее объясню. Вчера я вам сказал, помните, какую шлоку? Никто не помнит шлоку. Все забыли. Балопи. Сегодня я вам объясню эту шлоку. Кайвалья Наракаяте. Кайвалья — это значит ощущение единства с Брахмой, с Брахманом, Брахма. Кайвалья Наракаяте. Когда кто-то говорит о Кайвалья Мукте, то это вызывает отвращение у преданных. Убирайся отсюда, не говори об этом, я ненавижу это. Кайвалья, она подобна аду для преданного. Тридасапур, акаша пушпаяте. Тридасапур. Сарга, сварга, матра, патал. Три мира. Если кто-то предложит мне господство над тремя мирами, это все для меня бесполезно. Преданные, они не хотят становиться даже королем небесных планет, королем рая.
когда кто-то обсуждает позицию, когда кто-то предлагает контролировать все три мира, для преданных это как будто цветок, который растет в облаках, в небе. Может цветок расти в небе? Нет. Тридасапура, Акаша, Пушпаете. Это все бесполезно. Для преданного это как будто небесный цветок. Ну, цветок просто растет в воздухе. Абсурд это. Мои органы чувств и моя и мой ум, все мои чувства и ум, они как ядовитые змеи. В любой момент мои органы и мой ум, они меня могут предать. В любой момент ваши органы чувств, они могут вас выбросить в ад, если у вас нет контроля над вашими чувствами. Все эти органы чувств, они как черные змеи ядовитые. В любой момент они могут вас покусать. И вот в случае преданных эти змеи становятся безвредными. По милости Махапрабху, все вот эти змеи, которые присутствуют в каждом органе чувств, в обусловленных душах, вот эти вот черные змеи, они могут вас покусать в любой момент, но по милости Махапрабху они становятся безвредными. Прабхудананда Сарасвати Такур, он говорит в этой шлуке, «Кала Сарпа». Вы можете играться с ядовитой змеей? Нет, Махарадж, это опасно. Но вы можете играться. Если вы вырвете ядовитые клыки змеи, то она станет безвредной. То же самое случается по милости Махапрабху в случае преданных. Что может сделать такая змея? Она ничего не может сделать. У нее нет ядовитых зубов. Ее ядовитые клыки, они вырваны. И даже если змея на вас нападет, вы можете с ней поиграться. И змея такая, она вам не может навредить. И Прабхудананда Сарасвати Пад, он говорит, эти черные змеи, которые находятся во всех органах чувств, то преданные, они понимают, что вот эти змеи, они... У них нет ядовитых зубов. По милости Шри Чайтани они не могут больше навредить. Такая прекрасная шлока. Кайвалья Наракаяте Тридасапура Акаша Пушпаяте. Если вы... И если даже кто-то мне предложит кресло Брамы или Индры, трон Брамы или Индры. Для преданного это абсолютно бесполезная вещь. Преданные этого не желают нисколько. Насекомое. Вы видите, здесь много есть насекомых. Насекомые, они бесполезные. И у инсекта, он абсолютно он бесполезен. И когда вайшнаву предлагают трон Брамы или Индры, вайшнав, для них это имеет такую же ценность, как какое-то насекомое бесполезное. Вишвампурна Сукаяте. Вишвампурна, целый мир — это место блаженства. О чем ты говоришь? Везде, повсюду все сражаются, войны, Россия воюет. Но те, кто совершает Харибаджан, они не видят никакой войны. У них они окружены только они в блаженстве, в общем. В этой шлоке вы найдете
Karuna Katakṣa Vaibhavatam. Когда Чайтанья Махапрабху, он посмотрит на меня милостиво, я могу получить все вот это вот. Я могу освободиться от всех проблем, и тогда я увижу, что целый мир — это сплошная благодать. Но вы видите столько проблем. Помните первую шлоку Шикшастакам? Помните? Четадарпана Марджинам Бава Маха Давагни Нирвапанам Шрия Кайрава Чандрика Витаранам Видяваду Дживанам Ананда Буди Варданам Пади Прадам Пурнам Ритасваданам Сарват Маснапанам Парам Виджайте Шри Кришна Санкиртанам. И здесь Махапрабху говорит Четадарпана Марджинам Бава Махадава Нирвапанам. Прямо он говорит противоположную вещь. Прабхудананда Сарасватипад говорит, что мир — это блаженство, а Махапрабху говорит «Бава Махадавагни Нирвапанам». Повсюду огонь, все в огне, горит все. Все сражаются из-за лаба Пуджи Пратишты. И по какой причине все сражаются? Почему Америка воюет, Россия воюет, Франция, Иран, Ирак сражаются десятилетиями. Все там разрушают, все похоже на крематорий. О, я посмотрю, что ты за человек. И это все ложное эго. Они все уничтожают. Они уничтожают огромное количество топлива. Мы могли бы его использовать последующие 50 лет. Они все это уничтожают из-за войны. И это все по причине ложного эго. И единственная причина всего — это ложное эго. Но когда у нас есть тринадапи, то нет никаких проблем. Все проблемы закончатся. Обладать тринадапи означает не иметь проблем. Но у всех есть ложное эго. Как же я проживу без ложного эго? Это же невозможно. Как же я могу жить без ложного эго? Поэтому все так и работает. Здесь поэтому Махапрабху говорит «Чета Дарпана Марджана Бага Махадавагни Нирвапанам». Повсюду огонь. Все горит в огне. Все сражаются. Леса горят. А Прабхудананда Сарасвати говорит, что все блаженство. То есть как нам привести все к одному знаменателю? Махапрабху не может ошибиться. И дело в том, что Чайтанья Махапрабху пишет эту шлоку для нас, для обусловленных душ, не для парамахамс. Парамахамсы, они находятся в трансцендентном измерении. Махапрабху пишет для обычных людей, для нас. Мы страдаем в семье, в социуме, на работе и так далее. Постоянно какие-то все распри происходят. В политике что-то там происходит, в спорте, в образовании. Где нет, даже в духовной сфере люди сражаются. Не разрешают никому говорить об абсолютной истине, все сражаются. О, он может стать важным очень саду, и лучше, если я его подавлю. И случается такого рода соревнования и сражения. Даже, я вам так скажу, что в духовной сфере это еще больше случается. То есть политические лидеры, они сражаются в открытую, а здесь все в тайне происходит. Огонь повсюду. Огонь вот этот вот лесной, он распространился повсюду. Я вам могу показать. Посетите все храмы, и вы увидите, что там все сражаются. Я вам завтра расскажу об этой Сиддханте Прабхупады. 80-90 случаев, и мне они сами об этом рассказали. 18-90, может быть, это имеется в виду
заявлений в полицию, в суд. То есть всякие разные там распри, платят каким-то криминалам, они там приходят, что-то устраивают. То есть как мы можем сказать, что не существует вот этих вот сражений? В каждом уголке земли происходят сражения, все в огне. Те, кто живут в семейной жизнью, если они вайшнавы, а если они не вовлекаются во все это, то все в порядке. Но те, у кого кто носит сафран, и, ну и Шутя Бабаджи говорит, голубые одежды, зеленые одежды, они у них у всех есть проблемы. Махапрабху говорит правду, весь мир в огне. Леса горят. В лесу, когда летом очень жарко, мы это наблюдали во Вриндаване, когда очень жарко, например, 48 градусов, в этом году в Дели температура дошла до 52 градусов. И когда я был во Вриндаване, температура достигала 48 градусов. Я жил на чердаке, там было так жарко. И у меня не было другого места. Все везде спорили, ругались. И у меня не было никуда места, куда прийти. Никто мне не разрешал ни говорить харикатху, ни писать что-то. То есть куда бы я мог пойти. Поэтому я жил там. И во время вот этой жары аномальной, деревья высыхают, и они трутся друг от друга. И из-за вот этого трения иногда случается так, что выходит искра, и начинается пожар. В Тунисе, еще где-то там постоянно эти вещи случаются, леса горят. Как случаются лесные пожары? Деревья трутся друг от друга, и начинается огонь, и он распространяется повсюду, этот пожар. И пожар пожирает весь лес. И мы, люди, даже в мире животных постоянно сражения происходят. Львы сражаются, тигры и так далее. Повсюду все дерутся, и даже собаки на улице дерутся. Если какой-то чужой дог, чужая собака зайдет на не свою территорию, сразу на нее начнут другие собаки гавкать. Что здесь плохого, если собака придет в новое место, но другие собаки начинают на нее лаять и выгоняют ее лая. В общем, сражения повсюду, драки повсюду, в духовной сфере тоже все сражаются, в образовании, в спорте, в политике, везде. Везде все поглощено огнем и Махапрабху, поэтому он абсолютно прав. Чету дарпана маржанам, баво Махадавагни нирвапанам. И также Прабхадананда Сарасвати, он прав. Как? Оба правы. Прабхадананда Сарасвати Пат, он пишет, когда кто-либо доходит до уровня Парамахамсы, когда преданный в процессе совершения баджана становится Парамахамсой, тогда для него все трансцендентное благо. И он в блаженстве постоянно пребывает. То есть это Прабхадананда Сарасвати Пат говорит для Парамахамс. Махапрабху говорит нам, когда Махапрабху посмотрит на нас своим милостивым взглядом, наши все проблемы закончатся, и я тогда побежу все проблемы, достигну уровня Парамахамсы, и тогда я увижу Вишвампурна Сукаяте. Бхактиварамадпури Госвами Махарадж видит Кришну повсюду, Шридхар Махарадж, они куда бы ни посмотрели, они видят Кришну.
что в этом неправильного? Оба правы, зависит от вашего положения, в котором вы находитесь. В Нилачал-кшетре время почти что закончилось уже. В Нилачале Махапрабху он совершил столько различных лил чудесных. И мы обсудим также немного веданты. Я уже опубликовал книжку, в которой я написал о разговоре между Чайтанья Махапрабху и Сарвабхаума Бхаттачарьи. И это же тоже в Нилачале случилось. Поэтому мы затронем этот веданта даршан. Я обсужу также эту лилу. И другие лилы тоже мы будем обсуждать. У нас один месяц. Один месяц — это вообще ничто. Но, тем не менее, мы попробуем обсудить разные лилы в этот месяц. И обсуждение веданты, оно очень важно. Поэтому у вас получится получить вот эту поддержку веданты. Веданта — это сложная вещь. Но разговор между Махапрабху и Сарвабхаума Бхаттачарьи, он был очень сладостным. Я хочу обсудить эту лилу. Возможно, завтра я могу начать, но для начала я, когда вернусь, я обсужу шлоку Сварупа Госвами. Вот эту шлоку я объясню завтра. Вам не нужно мне напоминать, я сам вспомню. Чайтанна чанда пракате, я дино, дине ваша, ванчагал патарусики басин, ватитанам павани.